wish to serve under you, sir. We came out here to make war, didn't we? They will learn to think on, sir. Но с гранатометчиками. Почему они сами отказываются стрелять? Не, они стреляют, но как-то спонтанно. Нет, сейчас они стояли и смотрели на тебя. Пришлось вручную их отстреливать. Ну, скажем, вернее, ими отстреливать. Еще остаться, тогда можно кое-что опять проверить. Только на этот раз фронтлайн. А типа до этого был не фронтлайн. Так нет. На КО. Я КО сервер для гвардии расставил. Валентин. А завтра давайте возьмем. Давай нужного против Имперской гвардии сыграем. Да все, осталось прям чуть-чуть. Еще не... Вот это струя, блин. В одного бедного скаута. Обидно даже у него. Вот в чем проблема. За убийство Сентинелла дается 4-й левел у Сентинелла. Не теряйте. Ты у него, конечно же, прибавка ХП большая идет. А вот в чем задница. Погоди-ка, ветеранский ранг дает прибавку ХП? Да, в точности. Я думал только в точности. Нет, ХП тоже. Немножко неправильно. А посмотрите, как за пехоту будет. Видимо, параметр скор отвечает за это тоже. Проверим. Здорово. Привет. Это... Сейчас, подожди.
почему мне надо вручную расстреливать тебе из мельтагана? Они это делают, они же должны сами это делать. Слушай, а ты что, всегда с руки что-то стреляешь? Ну сейчас он не реагировал на тебя. Он тупо смотрел, как его жгут. Вернее, да, даже огонь на него не попадал, он тупо смотрел. Блять, одного фактического отряда хватает. Блять, кажется, не, это за ветераном. Что, опять к старому, думаешь, левел вспоминал, а раньше такого не было. Да я починил там ветеранский левел, говори. Теперь он, видишь, он, блядь, сука, на каждом ювите за несколько убийств стал появляться. Ебота какая-то. Надо у него спросить. Вот сейчас ветеранские показатели, счет, стоит у всех ваниль. То есть, 4 убийства для первого. То есть, что у гвардейцев, что у СЦ. А я тогда это настраивал, и тогда работал некорректно. Миша сказал, что он теперь это включил. Виндеры, конечно, нравился. Чего? Ему пофиг, что ли, у вас? Ну, я... А, до Паши. Это Паша с твоей стороны. Я видел, да. Прямое попадание нашего лучшего миномета. Хоть бы что. Ну из кому, конечно, он стрелял, я не знаю. По космодесантнику. Понятное дело, я не знаю, Паша он ветеран, нет. Простой. Простой? А с ветеранским зенком? Нет, точно. Да с ветеранским, он высоких уже перебил там все. Ну, Паш говорит. Ну ничего. Я его только что стрелял, он простой. 9 убийств решил. Это вообще сейчас неэффективно. Там сейчас броня стоит на стационарке. Она не пробивается ни тяжелым болтером, ни... А тяжелый болтер ты зря убрал, потому что... Нет, это было правильно. Не знаю, я вот сейчас не знаю, чем ее пробивать. Так же вон экипаж пробивает. Что ж за рантул какой? Дрень полная, посмотри. Да, с этим старанком там, да, вообще не бери. Переделайся. Опять. Ну, там просто разбираться, я, если честно, не могу не бить. Сука, блядь, сейчас задавит нас, там где быстро. Самое главное, не задавился, бака. Мне бог не переживать. Сука, на камне застрял. Плазма бесит.
Опять петух сидел. Вот тут он. Вон он, блядь. Вот живучий, блядь. Второй выстрел уже не берет. Третий. Поймешь, четвертый выстрел. Четыре выстрела. Иногда, Тебе лом глаз, блять. Нас так вынесли. Аж с хрустом. С хрустящей корочкой. Чё ты идиот? Да. У меня стоит АТ целый отряд, и он ничего не сделал этой херне. Бля, я его даже пробить не могу, тратил. Надо забрать плазму. Артефакт. Хоть нашего брата плазмометчика раздавило, но мы заберем его. Эх, лёг. Да, патроны только с ней. Ася, блин, пипец далеко. Бьющий по мне. С балансом я теперь знаю. Разобрался. Радиоцентр. А вы будете коры вообще используете? Так, какая сейчас работает? Закидывает залп там из 5 ракет. Если такая ракета попадает, 50 на 50, что он может кого-то. Дальность где-то там 250, так.
Блядь, сгорел что? Чуть-чуть не дошел от нее. Если что говорить, если у вас КО забило, сразу же скажите. Что? Нет, ничего подобного. Пока ничего, понял. Ничего подобного. Потери огромнейшие потери, огромнейшие. Я говорю, это, наверное, с ветеранским левелом было связано сейчас. Ну, если бы, знаешь, ветеранского левела не было, у меня бы тут всех перестреляли. Хотя бы одного, если бы у меня не было. Не надо, это, я не без него там хорошо справлюсь. Нет, проходили, потому что вы меня просто жестко убивали. Это изменение, которое пришло в транс-тест. Проходили уже ветеранский левел. Помнишь? Проходили уже. Я же вам уже объяснил. Ситуация немножко другая. А вихрь пипец полезный. Он всегда не был. А? Он всегда был полезный. Ну, я в кавычках тут имею в виду. У него просто слышала волна вообще не такая. Ну ладно, это сами по себе изменения. А Лан Глаз вообще теперь бесполезен, да? В смысле, ты мне два Маринус увидишь? Да при мне он несколько раз стрелял по тебе, и толку ноль. Он что, должен тебя сразу убивать, что ли? В голову, нет в глаз, пробития. Хотя бы из двух выстрелов, да. Если ты куда-нибудь в глаз попадешь. Кто не уверен? Вот, это скринно. Умри, чудовище! Братишка. Мутант. Вы недостойны, блядь, защищать человечество. Гвардия выигрывает войны! Космолесант! Мутанты! Я подъедел статус. Блин, вот три выстрела с автопушки, ты мертвец, если ты обычный. Если ты ветеран, ты гораздо хуже. При заказе танк КО пошло в минус. На кого? На лимонус, уничтожитель КО стало минус 4. Нормально. Офигеть, у него два просто лемона. Ааа, жопа мне. Враг. Мой дорогой друг, используй инженера. Я тоже об этом подумал. Я решил пойти танковой доктрины.
сам знаешь, пока я в турельке, это дисбаланс. Геранство космодесант, это дисбаланс. Да, я согласен. Да, я проверил, для того, чтобы убить человека, тьфу, космодесантника из лаз-пушки, тьфу, из автопушки, нужно всего 3 попадания. Если он ветеран, дело не ограничится 10. Дело не ограничится 10. Императора человечества! Покажем предателям, что такое настоящая война! Опять не ставится и турель, блин. Паша, я без бункера, она пробивает. Проверено. Мой лемон, нет. Два моих лемона. Танки императора, вперед! Покажем, что такое настоящая война за зажравшимся ублюдком императора с самым лучшим броневым оружием и просиживающим в космических кораблях до медитации! Блять, а я думал в 3D-отделе похож. Блять, знаешь, у него вот так вот постоянно. А потом он справляется, потому что я его дебил называю. Он просто весь маленький. На, бащи! Знаешь, завоевать нам, сука, получил. Вали с имперской земли, любой. Это наше место, мы его доем. Вау. Я хуй. Это наше место. Блядь. Наше место. Это что, терминаторы? А вы с ними справитесь? Нет. Это очередное наше испытание. Блять, техножрец, сука. А вот так он молодой. Где там? Они цели, блин, сволочи не умеют выбирать. Влад, у меня текстурки... А, все нормально, я думал, текстурки скина зависли. А, блин, я появился там, где этот, зараза. А нехер на чужой фланг перед! На маленькой карте. Тут не в этом дело. Тут из этих пушек хер пробьешь. А, нет, уничтожить все-таки. Мощным пламенем, блять. Да, ударил ее бесполезно. Да, хелганы тебя быстро зажарили. Раздавлю! Тут твои же союзники стреляют в твоем спире. Негаты! Чёрту! После орбиталки. А я говорил, что есть на этом. Миша мне сказал, что это нет. Я знаю, но ты знаешь, что не верит. Я сказал, да, я Миша говорю. Миш, там спрайты это, появляются каждую секунду, знаешь, по 50 штук. Не-не, все заебись. Ничего такого нет. Как такого не было, вот опять.
все придумываем. Ироды, сволочи, ублюдки. Уебать. Нахер этих тестеров. Гнать их надо. Гнать. Чё ж какой-то, блин, что у вас? Нет, уже пушки. И все равно я считаю, что это чем мне интересно вас пробиваться на моей точке, когда там пехоты, пушек, техники до хера. Сейчас техники нет, ладно. Если честно, я играю сейчас не напряги. Гвардия хочет жить. Ну. У меня я... все тут просто заставлено, где вот мои подходы. Ты, вы что сделали с левым флангом? Это что здесь было? Объясни. Это был орбитальный удар? Смотри. Вообще не смотри. Гвардия доминейшн. Если бы турелик не было, ты бы не был таким дымным. Господи, там отряд. Если бы у тебя не было ветеранского уровня, то же самое было. Нитёж, который 200 стоит вместо 500. У меня она одна. Это у тебя одна, у Троса там все ими завалено. У Троса их всего 3 было. И 2 осталось. Одна, правда, сломана. Но ничего, тебе даже жилет чинит. У меня просто ресурсов все нет, они кончились. Так идите, мы вас ждем! Идите, мы вас ждем. Видите, какое жесткое начало было. Да, точно. Ты посмотри, счет 96-100. Сейчас... Сани стреляет, ни хера я не пробиваю. Уже третий-четвертый выстрел у вас в пушку. Пятый выстрел. Только тогда. Давайте напомним про ветеранский уровень. Чтобы убить ветерана... нужно 10 выстрелов с автопушки. Ты не сравнивай человека и космодесант. Блядь, ты заебал сраться, Паш, что происходит? Никто с тобой сейчас не стрелется. Что ты... Я ему говорю про пушку эту и турельку, которую сложно уничтожить. Что ты так это очень серьезно? Я говорю про космодесантника, который стоит только сентинелю вальнуть. Так все, ему нужно 10 выстрелов с автопушки, чтобы его убить вместо троих. Причем прямых попаданий, а не рядом. Так что это было очень жестко. Теперь вопрос, откуда у нас Тулу Дредноут? А, это Тирейн там. Да, он мертвый. Это Тирейн Луж. Он мертвый. Чё? Но говорит про лужи, да есть как-то. А? Ну, мы стреляем, а там разводы воды. Тирейн, ну, это, воды просто поставлю. Мне послышалось. Мать вашу! Солдаты, приготовиться к ближнему бою! Прыгнуть мельтаганы! Сейчас будет весело! Кто-то говорил, что у него нет средств, а, Влад? Теперь ты сейчас заменяешь экипаж на скаутов? Ну, нет, я не говорил, что у меня нет денег, это Паша говорит. Ты еще и кроме пушка! А, нет. Класс, я просто... Ооо, дальше капитан, кстати, красиво выглядит. У него красиво... много было. У него весьма модное оружие. Сейчас мы его затрофеем. Влад. Этот капитан, он у меня вообще не высадился, просто капсула выпала, капитана нет. Еще убил капсулу моего космодесанта. У меня мой капитан так и вылез. Моего нет. Последний, считай, все просто. Вот, стоп! Завоеватели что ли хуярит? Да. Сейчас подойдет второй завоеватель! Они убивают моих пацанов. Идите сюда, ганы! У меня тут мельтаганы, плазмоганы, хелганы, все есть! Идите сюда, мутанты проклятые!
Придите и заберите свою славу, космонезантники! Если сможете! Я уже иду! Итак, Land Raider, полный состав всяких мутантов, не смогли занять точку! Что, Хелганы настолько больно стреляют? Хелган сипа. Я думал, мы не выиграем. Вот для этого гвардия существует. Говорят, что космодесант превозмогает. Но гвардия не менее превозмогает. И еще превозмогет космодесант. Итог, успокойся.